Подготовила коробочку для цыпляток. Вот, буду переносить их. Пошли, мои хорошие, а то сидим тут на яйцах. Идем, наконец-то я до вас добралась. Идем, сразу троих возьму. Ну все, переселила троих. Ждем следующих. Кстати, обратите внимание, цыплята светленькие. Вот так. Будут у меня теперь светленькие цыплятки. Да, Типи? Ой, гремит на улице, а у нас тепло в доме. Да, цыплятки? Нам, скажи, ничего не страшно пока. Тепло нам. Больше ничего нам не надо, да? Смотрите, еще один цыпка идет на вылупление. Прокрутился уже полностью, почти, но не до конца. Я не трогаю. Не трогаю. Так, яйца немножко поменяю местами чуть-чуть. Наклевчик вот есть. Ой, наклевчик тоже, смотрите. Видно, да? Вот он. Наклевчик. Ура! Ура, ура, ура! Наклевчик тоже. 20-й день инкубации, друзья, еще не закончился. Он продолжается. Результат — 3 вылупившихся цыпленочка. Друзья, посмотрите на это чудо. Вылупился цыпленочек. Перевернулся. Давай. На спинку, обратно не может встать. А я думаю, гляну, слышу с кухни. Пищит цыпленочек. По звуку сразу определила, что какой-то цыпленок вылупился, потому что пищал так. Но я думала, что вылупился в картонной коробочке. Нет, вылупился в деревянном ящичке. Так, уберу термометр. Ну вот, первый пошел. Ага, смотрите, крышечка тут, шляпка на другом яйце. Ну вот, процесс пошел. Здесь тоже у нас вылуп пошел, да? Первый цыпленок в деревянном ящике. Ну а здесь в коробочке у меня уже вылупилось 5 цыпляток сегодня. Ну, я не буду сейчас рассматривать яйца. Наклевы. Цыпляток я забрала. Все, здесь только яйца. Ну, вот они, мои красавчики, 5 штучек. Все, слушайте. Светленькие. Вот так. Светленькие цыплятки у меня будут. Все, представляете? Ну, посмотрим, какие остальные будут цыплята. А если все будут такие? Ух ты, пополнится мой двор белыми курами и петухами. Ну, правда, они меняют свой окрас с возрастом. Посмотрим, какие они будут. Пока 5 светленьких. А, и 6-й же вылупился в деревянном ящике. Этого 6-го берем и перекладываем. Давай, иди. Тихо, 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 мой хороший. Под лампочку. Вот так. Все. Грейся. 6 штучек. Светленьких. Вот так. Учится ходить. Цыпки. Прыгают. Прыгуны. Мне кажется, цыплята хотят все вылупиться на 20-й день инкубации. Да, мои хорошие, дай. Дай шляпу. Что ты в нее залез? Давай. Дайте мне тут бяки свои. Давайте. Вот так. Молодцы. Куда ты? Куда ты идешь? Все идете по разные стороны.
Слушайте, опять светленький. Ха, все будут светленькие. Куда ты ложишься? Все у меня будут светленькие цыплятки. Вот так. Черненьких не будет. Так, все бяки убираем. Ну что ж, наклевы идут, цыплята лупятся. Я рада. Здесь наклевчика нет. Наверное, не будет. Такое прохладное яйцо. Ну, будем смотреть. Сейчас я их просвечу. Вот наклев. Здесь. Вот где нету наклевов, я сейчас просвечу, чтобы посмотреть. Будет там наклев или замер там цыпленочек. А вас я перенесу, да. Два красавчика. Вон какие они. Макодявки маленькие. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да. Пи-пи-пи. Вот такое утро у нас, посмотрите. Проснулась я под птичий щебет. Вот так мы поем песни. Боже ж ты мой, все светленькие цыплятки, все. Вон, красота какая. Загорает. Смотрите. Здесь такая же история, только тут, конечно, поменьше, мне кажется. А может быть, столько же, только за счет того, что здесь деревянный ящик, он побольше. Кажется, цыпляток меньше. А может, их столько же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, семь цыпок. Ой, ой, ой. Давайте мне вот это вот все тело. Скорлупки эти все. Ой, надо их куда-то ставить. Друзья, я так понимаю, что все цыплятки будут у меня такие все в этой инкубации. Все светленькие. Вот опять же, я не знаю, что это за порода курочек, которая снесла мне вот такие яйца. Ну что, сейчас я их соберу. Запачкали. Немножко запачкалось яичко, да? И мы тут сидим. Собрали консилиум тут. Все тут сидим. Все тут сидим, да? Ну? Или там, или здесь. Тебя тоже сюда, что ли? Перекинуть. Ну иди сюда, иди, а то сидишь там один. Беленькие, господи, будут у меня беленькие курочки. Ну так. Здесь давайте тоже соберем эти скорлупки. Наведем тут немножечко порядок. Посмотрим, сколько здесь осталось яиц, да? Сколько что-то... Ой! Тихо! Тихо, тихо! Давай, давай. Вот так. Ну, ну, ну. Давай, давай. Здесь тоже 7 цыпляток, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. 7 цыпляток тут. Но все-таки есть цыплята, которые... отличается по окрасу. Рыженький. Вот немножко рыженький цвет. Вот тоже рыженький, да? Рыженькие. А это светло-желтенькие. Интересно, какие они будут? Все светленькие. Дайте мне яйцо.
Давай, сейчас я вас коробку переносить буду. 11 яиц здесь осталось. Вот я еще подумаю, может быть, мне отключить здесь лампочку, перенести все в деревянный ящик, оставшиеся яйца. Вон тут цыпка сейчас уже выходит. Видите, прокрутился полностью. Почти, еще чуть-чуть осталось. Перенести яйца вот в этот деревянный ящичек и здесь доинкубировать. Ну, посмотрим. Сейчас утро, и у меня, как всегда, начинается утренний обход. Утренняя кормежка. Ну, сейчас перенесу цыпок и пойду. Давайте этих перенесу сначала. Какая разница нам, да? Каких перенести? Опа! Идем. Так вы хорошо здесь устроились, малыши мои. Малыши карандаши. Тараканчики маленькие. Светленькие только. Давай, идем. Так, ну а здесь 8 цыпок у нас. 8. Добавляем. 2. Все желтенькие. Ой, ты, господи. Ну а сейчас, смотрите, сколько нас. Боже ты мой, все-все беленькие цыплятки. У меня еще такого не было. Посмотрите, господи, все-все-все. Вот так. Что за порода, не знаю. Опять же, не знаю. Ну посмотрим уже, когда подрастут, да, на кого-нибудь похоже. Это яйца мне передала соседка. Опять же, с другого хозяйства получается. Совершенно с другого. Попросила меня проинкубировать. Уже поздновато, конечно, для цыпляток. Ну, что делать? У нас июнь месяц. У меня выводятся цыплятки. Тепло еще, все, не успеет вырасти. Ну, я согласилась. Давайте, думаю, ладно. Раз человек просит, сделаем. Ну вот. А что за цыплята? Какая порода? Ну вот так, какая-то. Посмотрим, как будет подрастать, да? Какое у них будет оперение, какая расцветочка. Ну так интересно, друзья. Ну все-все буквально вот такие. Светленькие. Боже ж ты мой, красота, красота. Малыши-карандаши. Гусятки. Ого, побежали, побежали. Машина тут проехала. Грузовая с грохотом. Они, бедные, испугались. Убежали в сторонку. Уже они привыкли к этим звукам. Рядом трасса. Солнышко. Вчера целый день дождь. Вчера целый день дождь был. Ночью был дождь. Что такое? Что такое? Когда видим? Были просветы, конечно, без дождя. Вот когда не было дождика, гусятки на улице были. Вот гуляют. Все уже лучше, чем в коробке сидеть, правильно? Пи-пи-пи, пи-пи-пи. Ой, кто-то потерялся. Кто-то потерялся. Ой-ой-ой. Да, да. Догоняй, остальные, догоняй. Все, все на месте. Но не все на месте, друзья. Один гусенок у меня умер. Уже нету гусенка. Было 14, стало 13. Ну, было видно по гусенку, с ним что-то не так.
Он не кушал. Все кушают, а он нет. И такой чахленький был, слабенький. Ну и он, короче, отдал концы где-то на третий день жизни. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Теперь у меня 13 гусят. Вот так. 13 гусиков. Вот таких вот замечательных. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, мы разговариваем. Разговариваем и бегаем. Да. Иди ко мне. Идешь? Идешь? Ой-ой-ой, как они быстро бегают, такие смешные, когда бегают. Гусята не боятся. Людей они не боятся. Ручные. Это утятки всего боятся. Убегают. А эти наоборот. Наоборот бегут. Да, навстречу к человеку. Доброжелательные. Бесстрашные. Доверчивые. Вот. Насыпала зерновую смесь цыпляткам, обеденную порцию водички подлила свеженькой. Уточка, ты что хочешь? Тоже? Что ты хочешь? У тебя все есть там. Скажи, ничего не хочу. Просто наблюдаю. Цыплята мирненько живут. Трех возрастов у меня цыплята. 3 месяца, 2 и месяц. Ну, 3 с копейками, 2 с копейками. Короче, с хвостиком получается. Ну, вот 3 возраста, друзья. И самые младшие совсем недавно здесь очутились. Все хорошо. Вроде бы никто никого не обижает. Все дружненько тут существуют, кушают. Уже подсыпаю цельную пшеницу, корм. Вот отдельно в кружечки насыпала. И здесь было в кружке, мы рассыпали. В общем, так и оставила на земле. Старшие цыплята 3-месячные и 2-месячные подходят и кушают. Хотела смешать зерносмесь, положить эту пшеничку цельную, кушать цыплята. Но не стала этого делать, потому что здесь есть совсем маленькие цыплята. Для них еще рано такую цельную пшеницу кушать. Лучше вот так отдельно где-нибудь в какую-то емкость насыпать им пшенички. И они подходят и кушают. Ну вот, что я и делаю. Им нравится. Видите, подходит и кушает. Вот это 2-месячные цыпки. Все, сейчас не поделили что-то. Ты смотри, не нравится он мне, не нравится. У тебя красивый такой петушок растет, такая расцветочка интересная, красивый. Вот этот петух боевой, вот он. Наверное, будет лидером здесь. Но этого я убирать буду, потому что у него искривленные пальцы.
Еще есть курочка у меня, петушок один еще такой, в общем, есть. Буду делать выбраковку и, скорее всего, в ближайшем будущем. Хотела дать им время подрасти, но чтобы освободить место в курятнике, чтобы было побольше места для цыпляток подрастающих. Буду, вот она, видите, курица. Красивая, все, но у нее лапы вон такие. Вот. Видите? Все, убирать буду. Ходит, все, видите, растет, но из-за таких ножек, ну, что у нее за будущее. Буду убирать, чтобы она не мучилась. Ну, грамм 300 возьму с нее, 350 мяска с костями. Ну, а если соберу всех вместе, то на супчик, на шкрябу. Ну, вот тишина, спокойствие. Только птичий говор. Цыплятки облюбовали себе вторую кормушку. Хотя есть малышня, которая вот и здесь, и там, везде. Цыплятки уже освоились. Это первый день они боялись выходить с курятника, боялись выйти на дальние дистанции. А сейчас они по всему курятнику. Вот, видите, два маленьких. Там еще малышня есть. В общем, они везде уже разбредаются, везде ходят, где хотят. Главное, конечно же, чтобы их старшие не бежали. Старшие уже привыкли. Самое важное — наблюдать первые дни. Увидели, что обижают сильно. Сильно, если обижают, прям расклевывают. Бывает же такое, да? Тогда надо что-то предпринимать уже. Ты посмотри, малышня тут двухмесячная дерется. Вот этого обидели полошейного моего. Тоже любимца. Одного двухмесячного. Бедненький. Страдает, наверное, из-за своей голой шеи. Считает его чужаком. Ну, в общем, если первые 2-3 дня все тихо, спокойно, после переселения малышей в курятник, значит, и дальше будет все хорошо. Ну, кушает малышня, кушает, все хорошо. Воду пьют, все тут есть, все в их доступе. Все хорошо. Ну, уже пошли отдыхать. Пошли. И сюда залезли. Господи, здесь мучаюсь этими цыплятами. Гоняю их отсюда. На ночь мне сюда залазят и все. Говорю, закрою, и не закрыла до сих пор этот вход на первый этаж. Они на второй залазят. Будете залазить, будете в свое время, когда будете яйца нести. Три часа дня. 21 день инкубации. Друзья, оказывается, что есть и черные цыплятки. Вот, 4 штуки среди беленьких. Вон сколько их тут кишит. Ну, а здесь вот в такой большой картонной коробочке цыпки находятся у меня. Я туда не буду сейчас залазить. Вот они. Вот они, вот они. Вон их сколько. Вот так покажу. О, вон их сколько. Все-все желтенькие тут. Так.